Принятые Касым-Жомартом Токаевым за первый год президентства решения помогли преодолеть назревавшие социальные проблемы, а также показали, что новый глава государства оперативно реагирует на кризисные ситуации. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий. По словам политика, решение президента Казахстана о кредитной амнистии и создании надсовета общественного доверия, ужесточении наказания за тяжкие преступления уже показали свою эффективность. Можно воздать должное мудрости Елбасы, потому что именно Токаев, с его точки зрения, мог бы на тот момент, а сегодня это уже свершившийся факт, стать лучшим руководителем сегодняшнего Казахстана. Он прежде всего понимает свой народ, глубоко знает все проблемы, отраслевые, региональные, социальные, общественные, любые. И поэтому он может так оперативно и правильно на них реагировать.